Сейчас посмотрю. Рекер! Давай, Рекер! Посмотрим, что у нас есть. Приготовиться! Это что еще за пукалка, мать ваша? Нам нужно в гостиницу. Не вижу. Випы наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. Небесный бар. Это точно на крыше. Ты должен позвонить жене Дана. Да, я знаю. Просто... Закрой эту чертову дверь! Эй, вон он! А я... Черт! По-моему, мы только что вторглись в Китай. Придется искать другой выход. А что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выжить. Давай, все нормально, чертовых мип. Ладно, рэп, гляньте. К чему они? Противник на лестнице. Пошел, пошел! Полиция!
Пошли. Нам не положим. Бля. Защитная дверь. Поколдуй-ка, бар. Секундочку. Крышу лети! Рэк, следи за окнами и будь готов. Ты мины-то захватил, Рэк? На позицию! Они на балконе! Быстрее, не могу! Уж, Бак, быстрее, мать твою! Да, почти готово! Есть! Теперь чисто! Давайте, парни, я закончу! Давай, Рэк, нам пора идти! Здесь должна быть лестница. Ясно. В порядке, Рэк? Сорок первый этаж. Готов? Пошел, пошел! Это наш этаж. Все чисто. Никого. Вы припозднились. Чтобы пробиться наверх через разведчиков, требуется время. Поэтому я и поменял комнаты. Если ты ходишь, Ковик, мы тебе, черт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Ну же, Рэкер. Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно. А что это за випы? Это очень важные люди, женщина и ее муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Передвигаться сможете? Около